Всем привет! Сегодня у нас в духе червёчек до выпуск мы в говно. И что у нас сегодня на выпуске, письки? Хохенбрау Вайс. Так. Немецкое пиво импортное из Бристоля, то самое по дешману, изготовленное. Ой, Еттингер, Брауэр, ГМБХ, Браухаустрассе, 886732. Оятинге и Байн. Вы что думаете, это действительно приготовлено в Германии? Вы что думаете, действительно это импорт? Мне похуй. Этот хейтер не подписан на нас, он в чатике, в телеге. Он все увидит, хейтер. Никита, привет тебе. Я так и думал, что тебя зовут Никита. Это просто подтвердило мои опасения. Поэтому попробуем Хайнхайчушулюхенбрау Вебис и пососем пенис. Но для светлого пива он довольно с такой с терпкой, с горчинкой практически, я бы сказал. Не знаю, он, по-моему, легкий довольно. Ну, для светлого, он немножко такой вот прям сильно яркий вкус, я бы сказал, для светлого. Что светлые обычно такие мягенькие, а здесь прям свой вкус он есть. Ну хорошо, да, вкус есть, но он при этом... После вкуса тебе не оставляет такого впечатления, что ты попил и, пожалуй-ка, я чем-нибудь закушу, запью, а потом через 5 минут вернусь. На самом деле, вот такой вкус мог быть и у темного, по факту. Ну, то есть, ты вроде бы пьешь светлое, а как будто бы темное. Ну, нет, у него нет вот этой вот пряности такой. Нет, ну вот эта вот горчинистость, она здесь есть, чуть-чуть. Ну, да. Она присутствует. Ну, в общем, вкус в любом случае интересный, в том плане, что... Ну, это не какой-то вот просто вот проходняк из-за заряда, ну, выпил и забыл, как бы, вот что-то в нем есть такое, вот, на какого-то любителя своего можно найти, то есть из-за заряда, что... А сколько оно стоило, ты помнишь? Около сотки. Это вот эта вот импортная залупа, которая стоит там по 70 рублей. Нет, это стоит около сотки. Удивительно, потому что тоже темные и прочее, они там, ну, окей, может быть, ценники уже поменялись, я закупался, поэтому фиг знает. Вкусно. В общем, свой вкус есть. Это уже отличает его от многих базовых пивасов без ничего, как бы, которые вот его выпил, и оно не противное, уже хорошо. Здесь есть свой приятный вкус. Он какой-то вот свой своеобразный, уникальный, интересный. Ни с чем его сравнить не получается. Ну вот что вот хмельное свое здесь. 5 градусов. Нефильтрованное, неосветленное, пастеризованное. Хохенбрау Вайс. Я бы шестерочку поставил. Вода пшеничный солод, чиненый. Я бы как бы много его вряд ли бы я смог выпить. Ну, типа одну-две баночки за глаза. Ну, собственно, состав ничем не отличается от Smoky Dog, слинная моча собачья. Но при этом оно довольно простое по сравнению с тем. То да, есть, да, сильно проще, да. Сорта хмеля, они такие более казуальные, я бы сказал. Примитивные, возможно, но немецкие, импортные. Приятно, пить можно, дешево. Ты поставил 6? Да, 7. 6-7 где-то. Ну, 7 вряд ли, хорошо 6. На самом деле для меня, типа, вот в таком состоянии, после 3 баночек ягуара... Заеби заходит. Ну, то есть, мне кажется, не всякий пивас, после того, как мы выпили с тобой по 0,5, там, 2 предыдущих, потом... Яшки, 3 баночки, как бы, и оно все еще хорошо заходит. Очень мягко, да, очень мягко. То есть это как бы хороший признак, что ну, пиво нормально. По хорошему признаку мы ставим 6 из 10. До свидания. Возможность учитывать цену 7, ну, 6. Ну, цена все-таки не 300 рублей. А ну, так потому и ебал и больше. Ебал, да, ебал больше. До свидания. Идите нахуй. Соседи.